И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный моему любимейшему, одному вообще из самых четких, замечательных моих аккаунтов. Это Маршал, это легендарный тот самый аккаунт, на котором имеется крутейшее вооружение. Сегодня мы скатаем на нем полноценный игровой видеоролик, поиграем сегодня на Викинга Молоте. Если вам нравится данный аккаунт, если вы хотите по нему как можно больше видосов, то обязательно не забывайте прожимать Лукас, как только... На этом видосе набирается 150 лайков, выходит следующий видеоролик, посвященный данному интересному аккаунту. Как я уже сказал, играть будем мы сегодня на Викинга Молоте, играть будем с бустером, скатаем одну каточку в режиме контроля точек, вторую каточку, я думаю, что скатаем в ТДМ-очке. Посмотрим, что покажет сегодня наш интереснейший маршал, ну и что касаемо дронов, то здесь я буду сегодня использовать бустера, который уже через 15 дней будет на 16 шагов качан, поэтому потихой-потихой прокачивается у нас данный замечательный аккаунт, и я думаю, что совсем скоро мы уже сможем выкачать и дроны там до фулов, и резистики потихой тоже прокачаются. Главное фармить кристаллы и поднимать вверх данный замечательный ак. Пикает меня на Вольфенштейн. Не сказать, что это плохая карта. Сегодня я не буду использовать того самого замечательного страйкера, который вы так сильно любите. Сегодня поиграем на молоте. Посмотрим вообще, что молот сегодня покажет. Я, честно говоря, особо на молоте не играл вообще на таких званиях. И если играл, то это было давно и неправда. Поэтому будет интересно посмотреть, что я смогу вообще здесь накилять с данной замечательной, интереснейшей пушкой. Плюс еще ко всему у меня сегодня будет... В запасике. И вообще, ну в принципе у меня будет замечательный бустер, с которого я дополнительные фраги-то смогу набивать. Плюс на слагере кучность выстрела получше, чем на том же дыхании, да, или на пятерном страйкере, молоте. Поэтому смогу с большего расстояния наносить урон. Ну и главное, конечно, играем на победку, пытаемся как можно больше очков набирать и выигрывать данный замечательный бой. Выкатываю 2000 всего лишь по дико арте, но точки контролируем, это самое главное. Особо маршалов здесь у меня нету. Если, конечно, меня бы подпикнуло к легендам, я был бы даже, наверное, больше доволен, чем играть с такими аккаунтами, как сейчас. Потому что для меня уже, ну и для вас, наверное, всех уже понятно, что этот аккаунт полноценно готов конкурировать с намного большими званиями, нежели играть всегда на своих званках, да. И поэтому я бы, наверное, тоже был бы не против, если бы второй бой меня бы пикнуло к большим каким-то жестким, зверским нагибаторам, которые бы мне на легендах показывали, что они умеют играть в эту замечательную игру. Ну, а я, в свою очередь, бы им пытался бы доказать обратное и пытался бы их бы нагибулить. Как меня вот сейчас нагнул, взял Викинга Твинс на генерал-майоре. Хорошее вооружение вообще, в принципе, молодой человек имеет. Ну ладно, не будем обращать внимание на его вооружение, будем концентрироваться на своей игре и будем пытаться поднимать свой опыт и вести свою команду вообще к победе в этом бою. Надеюсь, что у меня в этом плане все получится, еще надо как-то правильно, грамотно реализовать овердрайв где-то. Пока что я, честно говоря, даже не знаю, где его можно прожать. Жига какая-то жесткая попадается. Но больше вроде как у них там большого количества противников-то нету сверх нагибаторских. Надо просто где-то ехать вперед и прожимать овердрайв. Хотя бы найти там пару-тройку танков вместе и сливать их. Надеюсь, что у меня это в принципе, наверное, даже и получится прямо сейчас сделать. Так, плюс один танк, плюс второй танк. Где-нибудь третий бы найти еще. Здесь куда-нибудь стрелять? Нет, нет никого. К сожалению, нет никого. 4 минуты остается до конца данного замечательного боя. Но я вообще думаю, что здесь полноценно должна быть досрочка. Потому что я не вижу особо большого сопротивления от противника. И я, наверное, думаю, что здесь мы можем завершить катку досрочно и формануть довольно-таки неплохо. Уже 200 очков у меня имеется. И отправиться сразу же в следующий бой в режиме ТДМ. В надежде, что там будет какая-нибудь неплохая карта. И там я смогу набить еще больше очков. Но пока у меня и тут как бы не особо так жестко, наверное, все складывается. Кстати, резист можно было бы поменять. Взять резист, например, от этого твинса, то я, грубо говоря, даже резисты не поменял никакие. Хотя резов здесь на этом аккаунте довольно большое количество имеется. И можно было бы, наверное, даже подобрать от всего... От всех пушек противника реза. Я думаю, что там их не такое большое количество в разнообразии. Можно было бы взять. Ну, а Джеки, конечно, сейчас резиста брать особо смысла нету.
Ну вот, например, от того же Твинца. От Магнума у меня, походу, реза не было. От Твинца, от того же Рика можно было бы взять резист. Ну ладно, пока и так все хорошо складывается. Если уж меня начнет там кошмарить какой-нибудь нагибатор, то я думаю, что можно будет что-то поменять. Пока все очень даже неплохо. Я думаю, что пока точно не стоит ничего менять. Просто захватываем точку, просто контролируем и выигрываем данный замечательный бой. Даже если честно, он какой-то немножко скучный уже получается. Легкий, скучный. Противник сливается очень быстро и легко. Овердрайв один прожимаешь. И все, и противник как бы на респ полетает по-быстрому. 16 на 4 иду. По киллам и очкам все пока очень даже неплохо. Я вот только не понял, откуда вот этот магнум накидывал урон. Где-то ныкается. Ну ладно, пусть прячется. Раз он боится, пусть прячется. Мы токатку выигрываем. И переходим сразу к следующему бою. Только это уже не контроль точек, а ТДЭ матчка. Вообще, друзья, я бы хотел бы вас спросить, что вы хотели бы видеть на этом аккаунте в дальнейшем. Все-таки вы понимаете, что я докачаю бустера, я докачаю резисты определенные, которые мне нужны. И что вы бы хотели вообще видеть на этом аккаунте дальше? Вы бы хотели бы видеть, возможно, какой-то новый корпус прокачанный, либо какую-то новую пушку. Либо же я, чтобы приобрел те резисты, которых у меня нету, например, резист от Гаусса, от Магнума, да. Что бы вы хотели бы вообще видеть на этом аке? Напишите обязательно в комментариях под данный видеоролик, потому что я понимаю, что у меня здесь есть две полноценные фулл прокачанные пушки, у меня есть один идеальный корпус, у меня есть почти уже докачанный фуловый дрон, и как бы уже все в принципе хорошо, да, там резисты чуть-чуть подкачать какие-то, и можно уже что-то новое брать. Только вопрос в том, что бы вы хотели видеть, либо новый корпус, либо какие-то новые вооружения, либо новые резисты, да, то есть в этом плане мне бы хотелось бы узнать ваше мнение и вообще от этого уже отталкиваться, потому что по сути этот аккаунт я не прокачиваю, да, как бы где-то как на постоянной основе. Я записываю видосы, я периодически захожу на стримах, чтобы выполнить заданки, и все, да. То есть звание здесь я пытаюсь максимально сохранить нетронутым и не пытаюсь поднимать его как-то быстро. Я, конечно, отлично понимаю, что совсем скоро уже здесь будет фельдмаршал, но я пытаюсь все-таки это звание как-то подзамедлить и сделать так, чтобы я вообще, по сути, наверное, никогда бы не смог бы дойти на этом аке до легенды. Ну, мне чисто в душе, наверное, не хотелось бы, чтобы этот ак становился легендой. Мне бы хотелось, чтобы всегда уникальность оставалась в том, что этот аккаунт не легенда, имеет при этом раскладе отличное вооружение в своем арсенале. И, соответственно, за счет этого может отлично себя демонстрировать и показывать против легенд. Ну, если бы еще бы чаще против них бы пикало, цены бы вообще бы не было бы всему бы этому моменту и всем моим словам. Но пикает не всегда против легенд. Бывает, конечно, но, как вы видите, вот сейчас второй бой уже у нас против примерно моих званий. И здесь вы сами понимаете, что все проходит довольно просто. Довольно просто, довольно легко и, может быть, даже немножечко скучноватенько за счет того, что я просто могу стоять на вражеском респе, могу контролировать респ этот замечательный, могу дополнительные еще киллов на реальнейшее большое количество набивать, и, ну, сопротивления нет какого-то удивительного. 2 минуты проходит, мы ведем 20 на 12. Надо, конечно, немножечко прибавлять, если честно. Я считаю, что не такое большое количество киллов у нас на данный период времени имеется. У меня есть овер. Этот овер было бы неплохо, наверное, уже прямо сейчас реализовать. 2 килла. 3-й килл. 4-го я не дотянулся, но 3 килла тоже неплохо для овердрайва на викинге. Это очень даже неплохой результат. Я вижу еще один овердрайв, сейчас я его тоже заберу. Пойду на вражеский респ. Попробую еще пару-тройку киллов дать. Главное выиграть бой. Главное выиграть. Главное, чтобы наша команда не проиграла. Да будет все вообще же замечательно. Нифига меня корпус расшатало. Даже не посмотрел, как быстро мне аптечка нужна была в поражатии. Ну ладно. У меня 215, у моего второго тиммейта 55. Ну вы как бы все понимаете сами, да? Когда вы смотрите этот тап, тут уже ничего удивительного в этом плане нету. Но аккаунт-то легендарный, ребят. Аккаунт легендарный, и алды вообще знают этот аккаунт немножко поподробней. Они знают, как он вообще прокачивался. Да, друзья? Если вы шарите, то вы... То вы уже явно давно со мной. И знаете
судьбу данного замечательного аккаунтика, который в свое время покорял другие звания. Но вооружение здесь всегда, вот на любом звании, на этом аккаунте вооружение было просто великолепное. Просто великолепное. Мне всегда нравилось играть на этом аке. Всегда была в нем какая-то своя определенная уникальность. Ладно, я уже тут отхожу от темы. Надо концентрироваться на бою. 20 киллов я уже набил. Было бы неплохо, если бы я бы еще бы дополнительно набил бы, ну, хотя бы десятку, пятнашку. Десятку, пятнашку. Может, даже половину бы сам бы в соло набил от того, что набьет моя в целом команда. Это было бы даже, наверное, как-то красиво, наверное. Наверное, как-то так. 21 килл на 7. Троечка УП. Вообще, этот аккаунт, наверное, по эффективности, если загнать его до легенды, будет в топ-100, наверное, я так думаю. Но до легенды он вряд ли дорастет. Так, где-то у нас голдик. Голдик. Чаще всего, когда я играю на шоссе, голды на вражеской базе слева. Может быть, и сейчас там тоже голд. Сейчас посмотрим. Нет, тут нету голда. К сожалению, может, там на центральном мосту где-то. А, слева на мосту лежит. Но я, похоже, до него уже не успеваю. Или успеваю. Не, не успеваю. Паричек заберет, молодец. Пусть фармит, я думаю, что ему кристаллы явно здесь нужнее, чем мне. Ой, только в минус не упасть. Хорошо. Мог еще плюс килл дать, но, к сожалению, не забрал. Также, друзья, наверное, вы спросите меня, почему не купил до сих пор дыхание дракона на этом аке? Отвечаю, кристаллов большого количества у меня здесь не было. При этом у меня есть два устройства. Да, это, блин, сейчас зря уже, кстати, прожал. Я не хотел его прожимать, случайно это сделал. У меня есть два устройства. У меня есть на 5 выстрелов устройство. И у меня есть устройство на слагерь. Да, то есть на кучность выстрелов. И я не считаю нужным покупать дополнительно еще одно устройство за большое количество кристаллов. И при этом, ну, оно может быть там даже занерфлено будет. Да, чисто в теории мог бы это сделать, если бы у меня было бы большое количество кринаки. Но так как у меня должного количества кристаллов нема, то я и даже и не думаю о том, что я могу себе что-то приобрести из устройств для молота на этот замечательный аккаунт. Надеюсь, на этот вопрос я тоже ответ дал. Потому что 100% под каждым видосом кто-то пишет про это, про дыхание дракона. Я не спорю, оно крутое, да, оно крутое. У меня, как бы, ну, базара зиро. Но сами понимаете, что на это надо кристаллы. А кристаллы у меня в большом количестве не имеются. И я, если они же уж имеются, то я их трачу исключительно на прокачку какого-то либо дрона, либо какого-то резиста. Но никак не на что-то другое. Я думаю, что это более правильно с моей стороны будет, если я буду выкачивать именно резисты, а не покупать новые зачем-то себе эти самые устройства на пушку, которую могут там потом в дальнейшем вообще занерфить. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи и до скорых новых встреч.